студії «Нового дня». Сьогодні завітала Світлана Іваненко, психолог. Вітаємо вас. Добре утро. Коли ми споживаємо їжу, ми отримуємо вуглеводи, ми отримуємо білки. А що ще ми отримуємо, окрім корисних елементів до нашого організму? Правда, вместе с тем, что мы получаем питательные вещества для организма, мы еще получаем удовольствие, мы получаем радость, мы получаем эстетическое наслаждение от того, что мы питаемся. Дело в том, что еду мы воспринимаем не только как то, что нужно организму, а и как что-то приятное. Вот. И именно этим мы очень часто насыщаемся, как раз-таки вот этим приятным, что связано с едой. Це можна сказати, ми можемо назвати переїданням, коли людина намагається створити якнайбільше для себе приємного і наїдається, хтось наїдається солодощів, хтось солоненьке. Яка причина цього психологічного переїдання і як з ним боротися? Обычно эмоциональное переедание возникает тогда, когда человек попадает в кризис или в стресс, и когда не хватает принятия, признания, радости, любви, телесных прикосновений, объятия. Вот тогда вот у человека возникает повышенная потребность в том, чтобы это где-то получать. И так как в нашем организме участок, отвечающий за физическое насыщение и психологическое насыщение, удовольствие, они очень близко, то тогда происходит такая некая подмена. То есть мы при помощи еды удовлетворяем вот такой психологический голод. А чому нам досить важко буває зупинитися, коли ми починаємо переїдати, зробити стоп собі, начебто вже наївся, начебто вже емоції вирівняв, а зупинитися не можеш? Ну вот потому и остановиться сложно, потому что происходит подмена, потому что мы психологический голод подменяем и насыщаем физиологически. И тогда радость-то не намного добавилась, да? Принятие-то не намного добавилось, стресс не ушел, кризис не ушел. Вот, и тогда хочется еще. Ну, вот эта вот частичка удовольствия, она появляется, и мы идем за ней, как будто бы вот-вот-вот-вот еще. Ну, і тут дуже складно зупинитися. Багато хто каже, що причиною зайвої ваги є це саме переїдання, коли людина заїдає стрес їжею. Чи дійсно це є основною проблемою? Не можна сказати, що тільки переедание, потому что могут быть физиологические причины, причины, связанные с нарушением гормонального баланса. И в первую очередь, если есть лишний вес, нужно пройти обследование у врача, у гастроэнтеролога, у эндокринолога, у гинеколога. И только тогда можно предполагать, что если не находятся другие причины физиологические, тогда можно начинать регулировать питание, либо заниматься психологией, либо и то, и другое. Хотілося б також дізнатися, коли можна вважати, що переїдання стає проблемою і на це варто звернути увагу. Коли ми переходимо цю тонку грань між просто вживанням їжі і вже, можна навіть сказати, залежністю? Ну, от правда, такий от маленький секрет відкрою, що переїдаємо-то ми і емоціонально заїдаємо, да? От ми всі. Иногда, время от времени, да, в период, когда там что-то не ладится, когда вот есть какой-то внутренний раздрай. Но проблема это становится тогда, когда это продолжается длительно, больше, чем 4 месяца. Когда это становится чем-то навязчивым, когда человек, например, компульсивно ест, не замечая, что он ест, не выбирая пищу, хотя знает прекрасно, чего любит или не любит. Вот, просто вот ест как для того, чтобы, ну, ради самого процесса, не обращая внимания на отсутствие голода. Вот здесь вот такой важный маркер. Если мы голодны и едим, это хорошо и правильно. Если голода нет, а есть мы продолжаем, тогда здесь следует уже как-то обращать на себя внимание и, возможно, бить тревогу. Як саме бити тривогу, як з цим боротися, які є шляхи вирішення цієї проблеми? Ну, во-первых, прислушаться к себе, возможно, вспомнить, когда это началось. Если это началось в период кризиса, то тогда имеет смысл решать этот кризис. Ну, или самостоятельно, либо привлекать помощь профессионалов. Вот. Потому что если вот эта проблема внутренне не решена и возникла привычка ее заедать едой, то тогда она может стать навязчивой. Вот. Что еще можно сделать? Это следить за своим дыханием. Вот, казалось бы, пример такой больше связанный с телом, но тем не менее, потому что дыхание и расслабление при этом, оно очень помогает успокоиться.
Світлана каже, що людина відчуває, що вона вже наситилась не саме в той час, коли шлунок вже по повну зав'язку, а тільки коли проходить якийсь час. Як дізнатися, що тобі вже стоп, досить їсти, що ти вже наївся, коли ще відчуваєш відчуття голоду? Совершенно верно вы говорите, да, что насыщение, оно запаздывает. Вот. И поэтому общая такая рекомендация не спешить есть. Это первое. Потому что люди, которые не едят, а поглощают пищу, они, естественно, насыщаются потом, то есть не замечая вот этой вот пороговой Тобто точки. мамина порада, що їж повільніше, це не просто якась мамина вимога, це дійсно корисна порада. Да, конечно, это как раз-таки помогает заметить ту точку, в которой вот уже происходит насыщение. То есть это такое осознанное питание, ну, в плане, что я понимаю, чего я хочу. Это знание своих порций, это то, что мы выбираем, то место, которое мы выбираем для того, чтобы кушать. Ну, иногда не получается, и хотя бы один раз, несколько раз в жизни каждый питался на бегу. Вот. Но если есть такая возможность, если позволяет время, то было бы хорошо этот процесс все-таки провести, ну, вот, с толком, с расстановкой. А ось з точки зору психології, чи є різниця між тим, чим саме переїдає людина: корисними продуктами, корисною їжею чи фастфудом? Когда человек увлекается сладким, то можно предполагать, что в его жизни не хватает удовольствия, что не хватает каких-то сладких переживаний. Если это еда всего без разбору, то можно говорить уже о том, что это компульсивное переедание, и тут стоит, ну, задуматься о том, чтобы обратиться за помощью. Потому что если я хорошо знаю, что я люблю, но ем все подряд, то тогда это уже действительно про такое вот физиологическое насыщение психологического голода. А ось якщо тягне на солоне чи на гостре, це не вистачає гострих якихось моментів у житті. Скорее вот здесь нужно индивидуально подходить к каждому случаю, но параллель можно провести. Можно провести такую общую параллель, что, возможно, вот чего-то хочется. Да, такого, чего в жизни не хватает. И тогда мы это компенсируем при помощи еды. Хотілося б від вас почути останні поради, декілька порад для наших телеглядачів, як правильно створити для себе харчування, щоб воно дійсно йшло на користь і не переходило у переїдання з психологічної точки зору. Существует такая система, система интуитивного питания. Она подразумевает то, что мы прислушиваемся к себе, знаем свои вкусовые привычки, пристрастия и знаем то, сколько нужно. То есть это вот это вот знание, которое нужно о себе вот знать. Вот это первое. Второе – это такая регламентация, когда есть определенный период времени, когда мы принимаем пищу. Вот тот самый пресловутый режим, который, в принципе, очень даже полезен. Вот. И третье, я бы тоже отнесла к питанию, это своевременное решение своих жизненных конфликтов. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Потому что это как раз-таки тот источник, из-за которого возникает переедание и какие-либо проблемы с питанием. И, пожалуй, еще добавлю, все-таки четвертое, это своевременное обследование у врача, если какие-либо проблемы возникают.